конечно, да, рассчитывал на полную дистанцию, потому что Жор очень сильный соперник, сильный боец. Мне кажется, его еще до сих пор никто, но пробивали там легкие нокдауны. Очень хорошая защита у него, тяжело пробить его. Рассчитывал, готовился всегда, рассчитывал, сделал план на полный 5 раундов. Все ли шло по плану? Да, наверное, не все, но вот после второго раунда уже все пошло так, уже по ходу, потому что он понял, что я начинаю заходить к нему за руку, за ногу. Он начал это останавливать своими атаками, потом дальше не мог двигаться, менял стойки, поэтому... Ну, рад победе, очень сильно рад этой победе. Мне кажется, это, наверное, вторая победа, которую я безумно рад. Первая, когда я взял пояс, и вторая вот такая прям победа, которую я от души рад. Это вот вторая победа, ну, вот с Жорой. Каждый же готовится, соперник, каждый может попасть. Не знаю, я всегда готов, еще раз говорю, на любого соперника буду готовиться. Я готов защищать свой пояс, всегда готов. Есть сильные соперники, почему нету? Много их. В России, в 70 килограмм очень много. Я еще раз говорю, что мои двери открыты. Кто хочет постучаться, даже стучитесь. Я любого приму, знаете, буду защищать свой пояс. Слушайте, ну, в России, наверное, нету таких, кого бы я хотел постучать. Я просто понимаю, что много соперников, бойцов в России, с кем бы был бы хороший бой. Не менее интересный, чем вот этот бой. Поэтому будем ждать, что организация решит. Но, знаете, я еще повторюсь, так небольшое такое отступление. Неформально все понимают, что чемпион 77 Жора Акопян выиграл Сульгина. Он спустился ко мне, поэтому я не буду громких фраз говорить, но все понимают, кто чемпион 77 тоже. Человек 70 килограмм. Ну это так юмор, знаешь. Он очень сильно заряжался, хотел попасть, так как у него есть очень плотный удар. Я это почувствовал по защите своей. У него хороший удар поставленный. Поэтому, видимо, тренер хотел, чтобы он более скрывал свои атаки. Да, мне советы давал мой тренер, он с самого начала меня ведет, с самого начала до этой секунды, это Николай Васильевич Клименко. Он всегда рядом, всегда поддерживает, всегда помогает. С ним выстраиваем план на бой, также Вадим Мартин. Также Мартин, он помогает нам, тренирует нас, готовит. Основную работу тоже делает с Николаем Васильевичем. Поэтому у меня был очень сильный угол, которого я слышу, вижу, понимаю, доверяю в первую очередь. Я был голодным, и в то же время я очень сильно готовился, потому что после омикрона я заболел и переживал, что могу задышать. Но благо ничего, не дышал, все хорошо было.